Вот уже более 2 лет четверо детей Ольги вынуждены постоянно ходить с опаской по дому и заглядывать в каждую кружку. В любом месте квартиры их может поджидать усатый сюрприз. Клопы тоже к нам пришли. Виновником миграции тараканов и клопов стали арендаторы из квартиры, расположенной этажом ниже. Переехав в квартиру весной 2021 года, они самостоятельно провели дезинсекцию квартиры каким-то сильнодействующим веществом. Потому что мы уже все сделали. У нас вот это сейчас как сообщающиеся сосуды. Да. Если мы сейчас не договоримся, они так и будут бегать туда-сюда. Это же ваша общая проблема. Мы сами будем бороться.